Да ладно! На кухне сидит Голден Фредди? Это Голден Фредди! А что, за него тоже можно поиграть? Реально, смотрите, он бежит! Он тупо бежит! Он убежал к охраннику! Сейчас он его за задницу цапнет, по-любому. Всем БГГшечки, друзья и гости моего канала. Всем море приветов, Нептун здесь. Наконец-то FNAF симулятор обновился. То есть вышла наконец-то версия 2.0. Ну, 2.0.1. Уже номер версии. Это уже не превью. То есть можно поиграть, можно много на себе ощутить новинок. Итак, давайте посмотрим, что же здесь реально появилось нового. Во-первых, музыка немножко поменялась, да? Вот видите, появились снизу вкладки. Можно очистить сейвы, почитать новости, и музыка появилась. Пока здесь только один трек, но... Заходим в новости и смотрим, что же разработчик здесь забабахал. Во-первых, разработчик добавил здесь кассеты. Вот какие-то кассеты. Они типа очень хорошо спрятаны, но я их могу найти. А потом использовать их как, видимо, переключение музыки в меню, да? Блин, это прикольно. Также они добавили меню паузы, исправили некоторые баги. Вроде как добавили какую-то мини-игру, но она еще не полностью готова. Так что будем изучать. И FNAF 4, друзья, на подходе. Вот, все нововведения. Дальше, смотрите. Ну, первую FNAF мы, в общем-то, все знаем, мы уже играли в превью-версию, но теперь здесь наконец-то FNAF 2 активен. И FNAF 3. Новый спрингтрап, который, по идее, может кидать плюш-трапа, натравить на охранника или как-то типа того. Блин, это прикольно. Но здесь, видите, вот предупреждение, что спрингтрап, он еще не совсем нормально работает. Поэтому запускать его только на свой страх и риск. И вот FNAF 4, теперь можно посмотреть, за кого мы там можем играть. Это пока не работает, недоступно, но здесь можно играть за Nightmare Bunny, Nightmare Chica, за Плюштрапа, представляете? За маленького такого бегать. Ну и за Nightmare Fredbear. Так, Sister Location тоже впереди, видимо, нас будет ожидать. Так, здесь Circus Baby, Funtime Foxy, Ennard. Представляете, играют за Эннарда. Ползать там везде. Ну и Funtime Freddy. Так. Что есть еще? Ну все, пиццерия симулятор пока вообще даже нельзя выбрать. Но, на удивление, видите, вот Funmade Games. То есть можно мини-игрушки разные выбрать. Как их активировать, пока непонятно. Возможно, их в этой версии еще нет. Но две мини-игрушки точно нас будут ждать. Ignited Freddy и 39. 39 это, друзья, насколько я помню, это разработчик тоже FNAF пародий. Я даже, по-моему, некоторые снимал. Типа 5 на час 39. Ну что, давайте. Сначала побегаем по карте, вот за Фреддика. Посмотрим, что же поменялось в самой пиццерии. Что там обновилось, как поменялось окружение. Погнали. Загружаем все системы. Так. О, подожди. Я вот реально не помню. А у Чики был кексик? Блин, хоть убейте, не помню. По-моему, у нее не было кексика. У нее теперь появился кексик. Вау! Причем моделька очень похожа, да, на то, что было в КНАФе. Так. Эффект вращения головы появился, друзья. Вот если резко крутануть головой, видите, голова как бы покачивается, когда движение заканчивается, видите? Так. Ну, такого раньше эффекта не было. Окей. Так, там Фоксяныч. Так, зайдем сначала в мастерскую сюда. О, мастерская доработана, смотрите. Появилось больше голов аниматроников. Энду вернулся. Помните, в прошлой версии его не было. Теперь Энду на месте. Внезапно появилась голова Фокси. Какие-то газетные части. Провода вот на стенах. То есть реально, пиццерия стала намного больше походить на пиццерию, чем это было раньше. Хорошо. Сейчас пойдем с другой стороны обойдем. Камера актив. Надпись поменялась.
Теперь просто, да, актив или инактив. А раньше вроде как по-другому писалось, типа, охранник в планшете, как-то так. Здесь раньше была, помните, полка подсвечена, теперь туда вообще нельзя пройти. В этом месте. Так, туалеты. Добавил ли разработчик туалеты? Так, о. Тут раньше была такая каменная как бы стенка, помните, да? Теперь провода появились, что? Слышите звук? Какой-то шепот. Там что-то жуткое за стенкой. Во! Пиццы появились, смотрите. Я не помню, было это или нет в прошлой версии, но появились пиццы на стенах. Так. Ой, двери появились. И газеты на полу. Охренеть. А зайти все равно нельзя. Но теперь реально хотя бы двери. И, по-моему, реально у меня есть отражение. Представляете? Вроде бы. По-моему, отражение есть, да. Продоскаженное, но двери. Раньше это просто была приоткрытая какая-то квадратная каменная стенка, а теперь это реально двери. Круто. Ну, зайти все равно нельзя. Так, ладно. Погнали к охраннику в гости. Еще с прошлой версии появилась энергия у охранника. Он, видите, 45, 44. Вот это с версии номер 2 пошло. Так, сейчас мы завалим этого охранника. БГГ! Привет, Фоксяныч. Так, а где кассеты? Я так понимаю, что здесь какие-то кассеты разработчик добавил, и их нужно... очень внимательно искать. Бум, бум, бум. Так, монетки, 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 монетки есть? Я не могу заходить, видите, когда он, видимо... Да, когда он чекает планшет, я теперь не могу заходить в комнату и вообще двигаться. Раньше такая, по-моему, фишка была только во второй части FNAF симулятора, ну, во FNAF 2. Здесь теперь это тоже работает. Давай, выходи! Пузожитель, блин, тихо. Здорово. Так, ныкаемся. О, можно зайти. А прикиньте, это... А, черт! Это человек! То есть, а вы все говорили... Вы все говорили, типа, аниматроники видят человека как эндоскелет, поэтому здесь эндоскелет. Человек был! Человек! Мы, аниматроники, видим его как человека. Рили? Так. Плей, мультиплеер. No. No. Поменялось, кстати, это. Раньше просто выскакивало сообщение, что типа нет мультиплеера, а здесь теперь говорит мне Фредди нет. No. Нет. Ну было прикольно поиграть с друзьями, да? Мультиплеер. Так, что можно сделать? Боняшку взять. Во, давайте за Фоксяна поиграем. Он же как бешеный бегает. У него осталась такая же сила, способность. Сейчас проверим. Старт всех систем. Винда 98 прогрузилась. Во. Лапы, да? Лапы на месте. Появилась насядка. Вроде он раньше был меньше. Блин, зашибись. А где монет? Почему монеток так мало? Так, да, все, тень на месте. Видимо, каждый аниматроник немножко по-другому видит изображение вокруг. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, да. Сейчас пойдем зажжем. Ну-ка, давай. Я взорвался. Так. You lose. Вот этот звук. Помните, когда Фокси раньше взрывался? Здесь не было выхода в меню. Я навсегда застревал в этом экране. И точно такой же шепот там за стенкой. По идее, там за стенкой, а... Так, давайте чикать. Купим тоже. За стенкой, помните, мы вслушивались, такой же был жуткий шепот.
Там что-то живое. Может быть. А может быть, там привидение? Так. Загружаем систему. Система Tetris активна. О! Все такое синеватое. Так. Блин. А где кексик? Она держала его в руках. Ладно, окей, допустим, она его уронила. Так он тогда должен на полу лежать? От меня кексик убежал. Вы представляете? От Чики убежал кексик. Это жесть. Ну, кстати, кухня, кухня, кухня. Проверяем кухню. В теории. О. А чё, кухня теперь активна? Да ладно! На кухне сидит Голден Фредди? Это Голден Фредди! А что, до него тоже можно поиграть? Или какой-то секретный аниматроник? Его в менюшке не было? Офигеть! Я не могу туда пройти, представляете? Блин, круто! Нет, ну вообще, по идее, Чика, да. Она всегда заходила на кухню. Как вы знаете. Вот вам всем током. Блин, прикольно, прикольно, прикольно. Голден Фредди есть. Ну, возможно, пока это лишь пасхалочка какая-то, не больше того, да? Возможно. Так, один. Мне дали фазмонетку. Типа, наверное... Я где-то ее нашел нечаянно. Так, тут ничего нет. Не смотри, планшет! Не смотри! Сейчас заклюю тебя своим клювом, блин, птичьим. Во, самое время, чтобы... Да дай пройти. Воу! Что? Минус 25, что? То есть, теперь за то, что он меня палит... На меня накладывают штраф какой-то? Типа по времени, да, скорее всего, 25? Или это у меня отнимают деньги? Блин, не пали. Так, тихо. Так. Поворачиваешься. Так, ждем. О, зеленый. А это что? Монет? Там у него были монетки! Офигеть! Блин, здорово! И на кухне Голден Фредди! Офигеть! Так. А давайте все-таки посмотрим, что будет во FNAF 2. Начнем с Визард Бонни. Хочу посмотреть, как изменился именно FNAF 2 в этом симуляторе. Система Tetris MC. Активна, версия 2.0, прошивка обновлена. Так, что это? Музыка поменялась, друзья. О, реально? Охренеть. Смотрите. Музыка поменялась, у меня появилось тело, вон руки здоровые. Чика. Провода. О, Фоксяныч появился. Вы посмотрите. Его раньше не было, помните? В той версии. Так, пьяный Фредди. Он еще криповее, чем раньше был. Жесть. И музыка такая... А откуда на эта музыка? С второй части? Блин, круто. Офигеть. То есть Фокси, возможно, здесь будет активным персонажем? Бам, бам. Ну что, чертенок маленький, я иду к тебе. Так, подожди. Туалет пока не активен. И в теории, да, у меня есть отражение, но из-за яркого свечения не могу себе разглядеть. А Булумбой, подожди. Так, ширмочка. Блин, тут так темно, на самом деле. Мне бы как-то посветлее сделать. Нет, Булумбой здесь не завезли. Эх, печаль, беда. Так, что там у Мангл в гостях? О, комната поменялась. Помните, тут по-другому все было расположено, и Мангл лежала на полу. Она активная, смотрите.
Она двигается, у нее руки вон шевелятся, всякие разные части тела, охренеть. Ее можно разглядеть. Блин, офигенно, офигенно. Так. Ну, монеты, конечно, мне не дают. Так, я могу делать дэш. Ну, типа рывок. Но, правда, я врезался в стенку. Бывает. Привет, Фредик. Привет, как дела? Так, Чика. У него вроде пока клюх не отваливается, да, как в КНАФ 2. Я хочу проверить, друзья, как будет выглядеть, вот, допустим, я кидаю Чикой, ну, той Чикой кексик. Ай. Не пали планшет. Блин, здорово. Ну, темновато, конечно. Поярче бы все. Так, монеты, 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 монеты. Какие-то лампочки, конечно, есть, но это, блин, какая-то мелочь. Почему у фонарика... У меня... О, блин, какой у фонарика? Почему у аниматроников нет нормальных фонарей, а? Да, там тоже вроде как человек. Так, монеток здесь нет. Эй, человек, я иду к тебе. Визард Бонни идет рвать тебя на части. Дэш. Так. Монетки, ну да, эти монеток. Чё-то вообще монеток мало. Так. У него на столе монетка, смотрите, лежит. Давай, чекай свой планшет. Так. Вот, забираем. Бам. Маску одел, смотри. Что значит ошибка? Я его поймал. Эй. Какая ошибка? Я его поймал, блин. Или мне нужно было дэш делать? Ну, готовься. Бам. Я почти прыгнул, почти... Да ты издеваешься. Он должен был, блин, типа, охренеть. Дожил до 6, нормально. Так, ну мне понравилось. Так, теперь давайте поиграем за... За той Чику. Хочу посмотреть, как она кидает свой кексик. Вперед. Так, прогрузка всех систем. Windows калькулятор Тамагочи активирован. Все розовое, такое, такое миленькое, розовенькое. О, смотрите. Кексик у нее в руке, неужели? Посмотрите, реально, наконец-то. Вот так это выглядит, вы поняли? Вот так. Вот так, нужно носить кексик. Смотри, какой у меня кексик, Фредди, смотри. Опа, опа, а у тебя такого нет? Бонни, смотри, опа, опа, а у тебя такого нет? Офигенно. В руках можно, блин, нести кексик. Это круто. О, она еще и приседает со звуком. Чуть, чуть. Офигеть, сейчас будем запускать. Ака, куда нажать? А, на трау, да? Да, получилось. Так что? Вот он. Реально, смотрите, он бежит. Он тупо бежит. Он убежал к охраннику. Сейчас он его за задницу цапнет. По-любому. Но это же не смертельно, да, скример будет? Нет. Офигеть. Он просто побежал. То есть, кексик просто побежал. Просто через всю карту. Реально, он прям бежал, дрыгал там. Ну, лапками маленькими. Ладно, лапок у него не было, он типа перекачивался. Но вы это видели. Я хочу еще раз это сделать. Нет, я хочу убить его через шахту. Офигенно, друзья. Ну, это реально, это вот это работа. Это я понимаю. Разработчик реализовал. Реализовал движение кексика. Он как припустил, блин. Хрена он реактивный, видали? Черт. Так вот почему кексик постоянно в разных местах, помните, оказывался, когда мы играли в FNAF 2 или там в КНАФ 2 или еще где-либо. Вот почему он живой, блин, он бегает. Он хочет напугать охранника. Так, ну что? Чук, поползли. Ой, как ярко.
Офигеть, посмотрите, отражение прям есть. Графика, топчик, отражение. Анимация, ползание, кексик в руке. Что еще нужно для счастья? Ну, только охранника замочить. Чувак, готовься. Да как? Видите, возможно, теперь немножко механика изменилась. Раньше это какой-то рандом был. Может быть, теперь нужно подходящее время выбирать, чтобы вылезти к нему. Ползем, ползем, еще одна попытка. Так, ладно, ждем. Он меня просто видел, он меня заметил. Вот теперь можно выходить. Я сразу маску в свою обул. Давай, умирай. Да что ж твоей мать ты будешь делать? Лайн минус 40. Почему минус 40? Или как? Или что? Я что-то не так делаю? Еще одна попытка. Бугаге! Опять ошибка. Почему? Ладно. Сейчас тебя кексиком, короче, тогда будем пугать. Нет! Нет! Черт! 6 утра! Не успел я его завалить. Ну ладно. Как-то тяжелее стало его убивать, реально. Я не знаю, от чего это зависит, от времени, либо просто от удачи. Но как-то все не очень круто. К тому же не нашел ни одной кассеты. Но, друзья, контента здесь очень много появилось. Там еще Спрингтрап, есть еще Мангл, есть еще Бонни из FNAF 1, есть еще поиск кассет, то есть будет еще одна серия непременно. И мы продолжим изучать новую версию FNAF симулятора. Надеюсь, вам понравилось, друзья. Поддержите видосик, поставьте пальчики вверх и вступайте в группу ВКонтакте. Мне нужна ваша поддержка, друзья. А также не забывайте подписываться на Facebook, в Одноклассники, в Twitter, на GameJolt, в Instagram. Везде, в общем, ссылочки есть в описании. Всем, друзья, пока-пока!